пошел фотограф немножко пофотографировать детей в детском доме. Ну, мы так стали смотреть фотографии, потом стали детей брать в гости. Потом я закончила школу приемных родителей. Обязательно. Ну, у нас такая вот группа попалась, у нас было, наверное, 26 человек. То есть это 26 семей. И мы взяли вот всю группу, которая была первоклассников. Мы их всех забрали.